считаю, что это слишком... Берите, берите. О, класс! Отхватил места прямо посередине. Карамелик я люблю. Молодец, Пашка! Да, классно! Вот знаете, девчонки, что я расскажу? И что же? Пашка, мой самый лучший друг. Правда? Правда, самый лучший. Всегда и поможет, и совет даст, и выручит. Прям молодец. Кирюха. Олег. Здорово. Привет. Ребят, знакомьтесь, это Кирилл, мой самый лучший друг. Мы с ним в детском садике вместе были. То есть он твой лучший друг? Я предлагаю баттл. Баттл? Только не надо драться. Да, баттл. Кто лучше знает Олега? Файт! Начинаем. Футбольный клуб, за который болеет Олег. ЦСКА. Правильно. Кто любит есть Олег на завтрак? Кашу. Ага, фиг. Яичницу с жареной колбасой. Да. Какой предмет в школе Олег не любит больше всего? Биология. 3-0. Чистая победа. Давай, иди в свой детский сад. Я его лучший друг. Же это печенье в столовую воровали. Ага, да? Она еще повариха потом спалила. Да. Катя, Паша, нас еще путали все постоянно, мы так похожи были. Ага, и были влюблены в одну девчонку. В эту, в Ирку Старикову, точно. Да. Спортом вместе занимались? Нет, он же футбол любит, а я хоккеист. Что, серьезно? Да, на воротах стою. И я, а за какую команду топишь? За Сибирь, конечно. И я. Вперед, Сибирь! Круто, я вечером на матч иду, у меня еще один билет есть. Пойдешь со мной? Конечно. Ребят, до встречи. Вперед, Сибирь! Сибирь, как удачно встретились. Вообще неожиданно. Ты как? Серега, ты? Я. Привет. Привет. Это ж мы супер кореш, Серега. Мы все вместе на футбол ходили. Тимур! Здорово. Привет. А это мой лучший друг Тимур. Мы с ним вместе в лагере отдыхали. Олег. А это еще одни твои лучшие друзья. Не совсем. Олег, а ты когда мне 2 косаря вернешь? А мой герой, смотри, чинить собираешься? Ты куда побежал? Стой!